Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с папиком хотим приготовить солянку. Для этого мы взяли, баночка маслин, как я уже показала, это без косточки. Несколько видов колбасы. Так, вот это и вот это у меня были заморожены в морозилке. Вот она еще твердая. Такая ветчина. Вот такая вот колбаска. Такая вот, по-моему, с сыром вот это вот была. Полторы сосиски оставалось и кусочек вот такой вот ветчины. Так, бульон у нас здесь варится. Здесь вот два небольших кусочка говядины. Это вот это, вот это, вот этот и вот этот. И ребрышки несколько штучек свиные. Также понадобится морковочка небольшая, луковица. Я взяла 3 картошки и 3 огурчика соленых. Ну и, конечно же, зелень. Тут у меня лук и укроп. Мясо уже раз закипело. Мы его промыли, бульон слили. А теперь вот уже будет бульон, на котором будет вариться суп. Бульончик у нас закипел уже второй раз. Пенка уже белая, прозрачная. Сейчас мы ее уберем. Морковку нарезаем тонкой соломкой. Можно и на терке потереть. Ну, папик у меня решил так. Так, а еще нам нужен лимон. А есть у нас лимон? Смотри, холодильник. Что у нас в холодильнике? Это манты. А, вот есть пол лимончика. Так, а вот лимончик. Лук мелким кубиком и добавляем его к морковке. Все это обжариваем. Мясо достали из бульона, оно сварилось. Сейчас порежем мелкими кусочками, отделим от косточек. Косточки нам здесь не надо. Колбасу нарежем вот такими вот длинненькими, как соломкой. Еще я достала помидорчик и томатную пасту. Это тоже в зажарку. Колбасу добавляем к луку с морковкой. Ну и всю остальную колбасу нарезаем также. Вот тут у нас еще вот такая. Полторы сосиски. Стоять, не падать. И вот такая вот ветчина. Супчик должен быть вкусный. Тоже вот такой вот соломкой. А кто это там у нас орет? Лежит под столом и орет. Ася там, да? Ася-то, тебе нельзя снимать? Ну какая ты? Ну какая ты ведьма? Ах ты ведьма такая. Еще укусишь меня, да? Вот здесь у нас, видите, несколько видов колбасы обжаривается. А вот эта вот, которая с сыром была, положил к мясу. Ее сразу варить будем, обжаривать не будем. Теперь огурчики. Тоже длинненькими такими вот. Зажарка у нас готова. Выкладываем все в бульон. Лишнее масло нам не надо. Теперь обжариваем огурцы. Теперь нарезаем мясо. Один кусочек. Ты косточки будешь обрезать или это Аськи? Аськи чуть обрежу. Бульон у нас закипел. Мы убрали пенку. Здесь огурчики. Нарезали помидорчик. Добавили к огурцам. И еще томатной пасты сюда. Пару ложек. Картофель нарезаем тоже длинненькими. Так, вторая зажарка у нас практически готова. Супчик, мяско. Так, а в суп мы уже положили мясо, поджарку. Сейчас закипит и надо будет убрать пенку. Картофель еще не засыпали.
10 минут проварился супчик, 15-10. Папик убирает пену, чтобы бульон был всегда прозрачный. Все, отправляем картошку и варим еще 15 минут. Теперь нарезаем оливки. Они у нас без косточек, вот такими вот кругляшками. Ну, целую банку это много, где-то полбаночки. Добавили оливки. Немножко красного перчика и черного перца. Прошло у нас 15 минут. Закрываем крышкой, выключаем. И пусть суп настаивается где-то полчасика. Ну что, супчик у нас уже настоялся. Папик уже кушает. Сейчас я положу себе, тоже буду ужинать. Вот такая вот красота. Сборная солянка. Сейчас добавлю немножечко зелени, укропчика. Добавлю еще себе майонез. И приятного нам аппетита. И всем, кто кушает. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Еще можно добавить лимончик, но я ем без лимона.